Бесплатное европейское образование для украинцев. Литва предоставила 40 полностью оплаченных стипендий для программ магистратуры. Они покрывают расходы на обучение и проживание. О новом опыте украинских студентов расскажет Олеся Гурбик. Бесценный опыт и общепризнанный европейский диплом. Итог 4-летнего обучения киевлянки Екатерины в Литве. В заграничном вузе училась бесплатно. Поступила благодаря английскому языку и желанию учиться. Реализовывать знания вернулась в Украину. Я закончила бакалаврат в Литве в университете LCC International University. Находится в Клайпеде. Я поступила после этого на магистратуру в Швецию. И там по обмену была еще семестр в Нидерландах. А сейчас работаю руководителем маркетинга в небольшой IT-компании. Виталий – студент магистратуры литовского вуза. Ему тоже удалось пройти конкурс на бесплатное обучение для украинцев. Оплаченная учеба, оплаченная стипендия, но программа обучения международные отношения и дипломатия. Меня это очень заинтересовало, и поэтому я такой решил взять этот риск и подать документы. Сами документы были, конечно же, application form, также был мотивационный лист, также знание английского, ну и сертификат среднего образования. В этом году получить государственные стипендии для программ магистратуры в Литве могут 40 украинцев. Претенденты должны оформить заявку на онлайн-платформе. Оплачивает учебу и проживание принимающая сторона. При этом будут еще платить стипендию почти 400 евро в месяц. Всего в Литве в этом году государственных таких стипендий у нас есть 70, и 40 из них представляются гражданам Украины. Такая программа в Литве работает уже 15 лет. При этом европейские вузы отмечают высокий уровень подготовки украинских студентов. Олеся Гурбик, Андрей Верстюк, UATV.